Сегодня у нас 2 августа 2017 года. Вот тут проходим возле Глушкова Игоря. Тут Шадрин живут сейчас. Александр. И смотрим, телята у них лежат. И курочка тут тоже вместе пасутся с теленком. Вот она его клюет, главное, там что-то у него. Видимо, вот какие... еще одна курочка. Видимо, там какие-то, может, на них жучки, наверное, скорее всего. Мухи. Мухи ли. И они собирают на них. Интересно. Подожди, Коля. Коля, не ходи туда. Нестор, не подходи. Он нас не боится. Смотри, не подходи. Боится. Я сказал не подходи. Ну дайте я засниму-то. Че такие бестолковые-то? Да он не боится. Просто говорят тебе. Не... Ваша задача сделать, как вас просят. А не то, что боится, он не боится. Я сейчас сломаю. Я сломаю это дерево. Я силач. Дядя, смотрите. Вообще здорово у них получается это, да? Им же надоедают эти мухи-то. Тандема тут. Ну, там, да. Одной курицы, не больше. Ну, да. Она вот о, схватил, о. Прыжки. Интересно, да. Все, готово. Вообще, как Господь чудно делается. Ты вон там, смотри, тоже. Как приманка. Дядя Володя, я сегодня... Пеленка, как приманка для мух. Кстати. Уже нет. То есть, если вот так вот даже на лошади езжу, а там пауты же надоедают, надо с собой курицу возить. Да. Корзинки. Корзинки, высадил, пускай она его охраняет там. На него посадил, на лошадь. Бац. Он задевает ее, не обращает внимания, она терпится. Ой, веточка сломалась. Веточка сломалась. Ой, лампочка разбилась. Ой, чашка упала. Ой, спина хорошо. Тихо, не пугайте вы. Ну что, аккуратно. Так теленок и не боится никого. Теленок никого не боится. Мы его уже 100 раз гладили. Проходи мимо просто и все. И мимо, ну погладь. Ну погладьте, погладьте. Только, ну он боится вас. Уйди, Нестор. Отойди, отойди. Нестор, отходи, все. Теленок теле. Его зовут теле. А что им еще делать? Наелись, да спят. Хамурица. Хамурица. Нет, хамурица это у дяди Никита. А вот это... Испражнение у него уходит. Нет, это... Вот поэтому он и стал. И зачем вы это заснимаете? Зачем вы это обычное для телят. Зачем вы это засняли? Зачем вы это засняли? Ведь смех будет говорить о говне. Да, фу. Ну чего? Что какой-то... Тихо. Дурачок за...